Для нас гэты год юбілейны. Мне 15, табе Ленінскі раён майго роднага горада 40. Прыемнае супадзенне і такі значны для мяне факт. Усе мае 15 крочылі побач з тваімі 40. Бо ты мае вытокі, самы блізкі мне кавалачак радзімы. Вот так, с любовью и уважением, на белорусском и русском языках старшеклассники писали эссе о своем родном Ленинском районе. В этом году району исполнилось 40 лет, и ребятам предложили творческий конкурс, чтобы они смогли поразмышлять на тему своей малой родины, семьи и места, где они живут. В этом году конкурс был инициирован администрацией Ленинского района, и учащиеся очень активно откликнулись на это предложение. Некоторые учреждения образования предоставили не одну, не две, а даже три работы на различную тематику. На районный конкурс эссе поступило 25 работ. Свою пробу пера на суд опытных филологов представили участники из 14 учреждений образования. Строгое жюри оценивало работы по нескольким критериям, среди которых не только художественное своеобразие, композиция, но и грамотность. Ребята владеют не только русским и белорусским языком, но ребята еще и владеют историей нашего Ленинского района. И поэтому в тех работах, которые мы читали, мы увидели и глубину понимания темы, и богатую речь наших учеников. И самое главное, что мы увидели, это мы увидели их отношение к своей малой родине. Оценивать творческую работу всегда нелегко, считают члены жюри. Каждая из представленных работ интересна по-своему. Авторам эссе по 15-16 лет, и они уже имеют свою гражданскую позицию и сформировавшееся мировоззрение. Чувствуется такая неподдельная, ну, наверное, любовь, да, детей к тому месту, где они родились. Их переживания за то, что происходит в нашем районе. Их желание сделать наш район лучше, краше. И, наверное, еще и то, что они многие очень говорят о том, что их район, их малая родина – это начало отсчета их жизненного пути, как вот тот самый нулевой километр, который у нас стоит на площади Ленина. Из 25 работ жюри выбрало 3. Победителями стали авторы из 1-й, 3-й и 5-й гимназии. И сегодня на торжественном мероприятии, посвященном юбилею Ленинского района, ребята получат дипломы и призы. Ирина Альшова, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «БУК-ТВ».